Кроме того, Владимир Волков принял участие в расширенном заседании коллегии МВД по Республике Мордовия, где были подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за первое полугодие этого года. С докладом о деятельности органов внутренних дел выступил министр Юрий Арсентьев. Руководитель ведомства озвучил итоги оперативно-служебной деятельности за 6 месяцев этого года. В первой половине года раскрыто около 3000 преступлений, в том числе около 500 тяжких и особо тяжких. Средняя по Мордовии эффективность раскрытия повысилась и составила почти 78%. По результатам опроса жителей 100 крупнейших городов России, Саранск вошел в топ-10 самых безопасных городов. Юрий Арсентьев выразил благодарность руководству республики за поддержку и всестороннюю помощь органам внутренних дел, а также коллегам по правоохранительному блоку за взаимодействие в борьбе с преступностью. Владимир Волков в своем выступлении также высоко оценил работу ведомства в текущем году, подчеркнув, что столь весомых результатов удалось добиться благодаря слаженному взаимодействию всех силовых структур и органов власти.